Добро пожаловать на канал 18 соток. Сегодня расскажу о перце остром, который называется хабанеро белый. Хабанеро вайт, или в переводе хабанеро белый, это один из 250 разновидностей хабанеро, плоды которого считаются самыми острыми среди стручковых перцев. Обладают жгучим вкусом. Родом хабанеро из Южной Америки, в естественном виде. Сорт произрастает на территории Бразилии, Мексики, Колумбии и на Карибских островах. Плод хабанеро белого в форме пули бело-кремового цвета. Созревает от зеленого до бело-кремового. Размер самих плодов небольшой, около 1,5 сантиметра в длину и сантиметр где-то в диаметре. Созревает этот сорт от 80 до 100 дней. Высота куста от 50 до 70 сантиметров. Этот сорт хорошо подходит для выращивания как в открытом грунте, также очень успешно можно вырастить его у себя дома на подоконнике. Хабанеро белый очень обильно цветет и очень обильно плодоносит. Но здесь мы уже большую часть урожая собрали, это уже, как говорится, остатки. Вот так выглядят зрелые плоды. Не знаю, видно или нет, солнце отсвечивает. Вот сейчас покажу этот сорт в разрезе. Вот так выглядит в разрезе плод. Толщина стенок около миллиметра, но тем не менее сам плод очень сочный и очень жгучий. По шкале Сковила его острота достигает от 300 до 500 тысяч единиц. На этом обзор этого сорта я заканчиваю. Подписывайтесь и заходите на мой канал. Смотрите другие сорта острого перца.